Доброе утро, дорогие мои садоводы! Сегодня наша тема вновь о вкусностях, о ягодах. О замечательной вкусной ягоде, которая называется голубика. Есть голубика садовая, есть голубика дикорастущая в природе. О ней мы говорить не будем, пусть она себе тихо, спокойно живет своей жизнью где-то в лесу. Мы поговорим о той ягоде, которая выращивается на наших участках. И очень хорошо. Первое, что нужно сделать, всегда помнить, что залог успеха – это качественный посадочный материал. Поэтому при выборе посадочного материала обращайте внимание на производителя, чтобы это был производитель с именем, и на сорт. Описание сорта есть буквально на каждой коробочке. Вот в данном случае есть и производитель, и описание сорта. Кстати, сорт Blue Gold очень-очень хороший. Урожайность хорошая, плодоносит хорошо. Также обращайте внимание, чтобы кустики были уже вегетирующими. Высота кустов варьируется от 70 сантиметров. Поэтому также обращайте внимание, какой будет у вас уже куст во взрослом состоянии, чтобы потом не было неприятных сюрпризов и неожиданностей. Новый сорт, который выведен не так давно, но пользуется у всех садоводов необычайным успехом, это вот сорт вот такой, Pink Lemonade. Почему же он вроде бы голубика, но почему же он вот именно такой? Да, это новинка на рынке садоводов. Ягоды, в принципе, вот у этого сорта розового, приятно розового цвета, с приятной кислинкой и очень-очень красивые. Дело в том, что этот куст вырастает высотой до 3 метров. Это заявленная высота. Но в нашей полосе, я думаю, что 1,5-2 метра он вырастет у вас, это точно. И будет весь куст унизан вот такими хорошими, красивыми, красными, необычными ягодами. И в декоративных целях это очень здорово. И, конечно же, огромная польза. И, как всегда, обязательно смотрим, что же из себя представляет наш кустарник. Смотрим на саженец, зарезаем в коробочку и смотрим, что, ага, вот этот саженец просто замечательный. Мы его также смело можем брать. Вот он уже вегетирует, листики пошли. Это очень скороспелая культура. Умеренный урожай он у вас будет давать уже буквально на второй год после посадки. Умеренный. А вот хороший урожай уже начиная после третьего года посадки. Что нужно знать про эту ягоду и что нужно помнить? Конечно же, сажать ее нужно на солнышке. Если вы посадите эту ягоду в тени деревьев, кроны будут создавать хотя бы даже полутень, урожай существенно снижается, и ягода будет кисловатая. Поэтому старайтесь место выбрать солнечное, защищенное от ветра и, в общем-то, с хорошей почвой. Что значит слово «хорошая почва»? Эта ягода именно очень требовательна к почве, потому что нужна кислотность от 3,5, обратите внимание, до 5. Соответственно, почву нужно раскислить. При посадке в посадочную яму нужно добавить слабо разложившийся кислый торф. Это непременное условие. Если вдруг вы не можете соблюсти такое условие, то почву можно раскислить либо уксусом или эссенцией, либо лимонной кислотой. То есть это вот совсем простые уже такие варианты. Но почву обязательно проверьте кислотность почвы. Только в этом случае ягода будет давать хороший урожай. В течение сезона можно подкормить любым комплексным удобрением для ягод, ну и наслаждаться красотой этого растения и вкусными полезными ягодами.